Добрый день, с вами снова Игорь Бурноевский И сегодня мы с вами посмотрим вновь классику 2003 год. комикс опять с половиной, поэтому. И это игра за титул, финал. Соответственно, партия первая из, по-моему, Best of 5 или даже Best of 7, 7 по-моему, матча. Партия между уже в тот момент 53, по-моему, летним Като Масао. 56-летним, разумеется. И совершенно молодым Чую, всего-навсего 23 года ему в этой партии. Соответственно, в этом же году Чою женился, а Кату Масао стал президентом Международной федерации ГО. директором Нихон Киин. И благодаря его стараниям было много изменений. Отменили ОТАЙ на турнир за. Продвижение. Вот, и как раз таки благодаря ему поменяли коми буквально в следующем году. Ну, может быть, не благодаря ему, но вот э, при его правлении, скажем так. Ну, к сожалению, в следующем году он погиб. Инсульт, вещь страшная. Хорошо, давайте посмотрим партию. соответственно Кату Масау, по прозвищу Убийца, ветеран. Э, играет против молодого и злого Чую. Который, соответственно играет белым цветом. Вот. И Чую тут с самого начала э, начал демонстрировать интересные идеи Сыграл кайри через два пункта Еще до того, как это стало мейнстримом, строить такие шамари Соответственно, на, э, наоборот, э, строить здесь такие вот какари, чтобы этого самого шамаря не было Чую это уже делал Вот такой вот он э, жестокий и жесткий человек Ну, он не жестокий, но жесткий Жестокий тут только Ката Масава более того, еще и второе такое же, как Ари. Ну, соответственно, спокойно пока что отвечает э, Като. Дальше вход был максимально интересный. Вот такая вот форма возникла. Но ну, согласитесь, э, титульный матч на кону сотни тысяч долларов. Э, да, это все лишь первая игра, поэтому, может быть, не столь важна. Такая... Так, конечно, все игры важны, но форма, честно говоря, очень очень удивительная. Еще и коми маленькая, пять с половиной, опять же. У черных три угла, да? что есть ощущение, что черных впереди. Я вот тут прям очень радовался такой позиции за черных, потому что сверху а, всегда остаются дефекты а в такой вот позиции, когда стоит дай-да гейма. То есть можно здесь там хрениться, к примеру, там соединиться а, через удлинение. Это аналогичная слабость сверху, поэтому сказать, что сверху это территория вот у меня язык не поворачивается. Поэтому сомнительное начало. Ничего страшного в нем, разумеется, нету, но отставание уже какое-то есть, там несколько очков. строится здесь белый на правой стороне. Совершенно спокойно, разумеется, можно было занимать сансан. -сан. Да, но если уж добыть про сансан, -сан, то все же, мне кажется, построение угла тут поинтереснее, более современное. Вот раньше, да, любили ходить на середину страны, но, честно говоря, в большинстве случаев это не самая лучшая идея, слишком, ну, слишком медленно так-то. Потому что это непонятно, что это реальная территория, это потенциал или вот как. Вот на реальную территорию это не похоже, потому что там белый сразу можно сказать в 3 в P2, в Q2, в Q3, там сам сам Поэтому боты такие ходы не особо котируют, и, естественно, профессионалы тоже. Но дальше был достаточно странный ход, как мне кажется. Неплохой, но мне кажется, сюда все же такой более интуитивно понятный вход. Э, а полная блокировка, не дать пролезть дальше, забрать эту угловую территорию. Здесь ход немножечко больше ставит на эти два камня, то есть понимаю его идею, и в целом это, как раз, наверное, разница стилей. То есть э, Като э, с его агрессивным стилем, опять же, убийца, не зря ему такую прозвищу дали. Вот и и как бы я, да, у которого ну, все же такой явно более мирный стиль. Вот. Он хочет, соответственно, больше давить, но, соответственно, югл куда более открыт. Чем, собственно говоря, Чою и пользуется. На, забрал территорию, черный получил максимально прочную форму в обмен. Но очков, по сути, нет. Решает здесь белый Больше большей не творять, на самом-то деле можно было. Какое-нибудь выпрыгивание вполне себе нормально. Так. Вот, и сверху, наконец было вторжение. Хотя, опять же, больших пунктов еще много. Можно спокойно нарезать снизу слева, можно играть какари, можно даже там т 6 какари играть, снизу справа доиграть, кейму сходить. В общем-то, хороших ходов много. В принципе, более-менее все адекватны. Вот, ну, решать сверху, это тоже немало. Дальше прилипание. Весьма стандартная идея э, в этом углу. Ты решает. Не играй в таком ключе, потому что можно даже на, на разрезание нарваться. Вот, и как-то многовато разрезание уже у черных тут может получиться. Поэтому такой более крепкий ход, именно удлинение. Вот И дальше, на самом деле, немножечко ущербная идея со стороны Чою, Потому что вот, ката говорит: окей, бери. О, поэтому мне кажется, что здесь что-то не так. Наверное, проще надо было удлиниться. А либо изначально не прилипать, там, не знаю, сразу здесь ходить. Как-то, наверное, поинтереснее. Потому что так получается, что, что да, этот камень, конечно, был загноблен. Вот этот. Но это очень отрицательный обмен. С точки зрения очков, это гигантская потеря. То есть черный очень доволен такому исходу. У него сента, И он успевает еще одну большую точку занять. Поэтому черный, как по мне, сейчас уже явно впереди. И успевает еще начать давление на правую сторону. Естественно, вообще-то логично развивать это с направления нижнего правого уклада. Доска там э, явно будет за черным. Ну, область за черным. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот, и дальше опять же большие пункты занимаю. Защищается там справа белый, уменьшается территория снизу, слева стороны черных. Древнюю чержа сеть, которая сейчас, в принципе, не играется. Угу. Mm -hmm. Все это джосеки. Вот и Тут на самом деле была ошибка, очень грубая со стороны белых, честно говоря, непонятно почему. возьмем сходил, такое накрывание, пытаюсь уменьшить нижнюю правую сторону. Это, конечно, похвально. Но такой все же я вставлять надо. Я очень сильно сейчас сомневаюсь, что э, эту форму не будут никак укреплять. Потому что тут Атари, Атари, все в двойных Атари, это просто, ну, развались мягко говоря. Возможно, так... Э, можно тоже так, наверное. Что сюда? Ну, Atari. Что в любом случае позиция у черных слева, ну, близка к провалу и развалу. Поэтому что? Поэтому явно там будут отвечать. А так получилось, что черный сам что сходил, и ни одного дефекта нет. Также, если защититься, ну как, отсюда, значит вот дефекта. А белый здесь успевает, но дефекты-то появились. Позиции в партии дефектов нет. Потом белый здесь на самом деле сыграл, ну, мне кажется, весьма странно И, честно говоря, не особо не нравится, что это получилось. Дальше, да. На самом деле, много таких бытовских идей, которые там, начали, наверное, спустя 13 лет после начала ну, после этой партии, поскольку она состоялась. Да, прилипание, вот эти какари через два пункта высокие не сказать, что это, конечно, супер новинка была в тот момент времени, но и сказать, что это что-то такое common, скажем так, что-то э, популярное, я бы тоже не мог. Ну, дальше, соответственно, просто забрал территорию сверху слева, Като. Э, естественно, есть, что подготовка к потенциальным всяким лесенкам, просто атака даже на три камня. Решает здесь э, Чую не защищаться, хотя, конечно, тоже неплохо было бы. Не думаю, что сильно страшно критично произошло бы слева. А так разрезание тоже весьма неприятно. Ну, плюс-минус одинаково, наверное. С Одно пострадало бы, либо другое пострадало бы. Угу. Угу. Решает не защищаться сверху чую. Катал такую двушечку по центру. Здесь есть небольшие адзи справа. Ну, Естественно, белый сейчас может соединиться. Но в обмен э, черный пишет по нуке. И при всем при этом э, справа все еще есть кобарьба. Такая, которая сейчас будет сыграна. В самое ближайшее время. Вот прямо сейчас. Вот. Ну, сейчас. 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 Блин, я забыл. <с Fahrenheit> <age> но она скоро будет сыграна. Блин, неловко получилось. Но я не буду это вырезать. Uh, хоть посмеетесь. Блин, неловко получилось. Мне казалось, она уже прямо сейчас будет, но пока, да, пока не до нее. Uh, Окей. Зря okay. uh, здесь ответил Чую. Uh, как бы зачем? Ну, он, конечно, защищает от этого Атария, но. Даже так вот, на самом деле, было лучше, или там даже вот так вот лучше, чем это. То есть это uh, защищает от разрезания, но при этом это еще и камню как-то немножко помогает. То есть, если его начнут там есть, ну. Лучше по очкам. Поэтому это был какой-то слабенький ход. <coughs> это тоже был слабенький ход в ответ. Наконец-то белый перехватил темп и действительно сыграл очень важную точку. Сыграл в центре слева. И это не просто э, крепкая группа теперь. Это еще и группа, которая приносит очки даже какие-то. Надеюсь, что все забыли про мой фейл. Да? Напишите в чатике, в комментариях, что вы забыли про фейл. И вы про него не помните. Вот, Прямо прям сейчас вот напишите, пожалуйста. Соответственно, угу. забирает территорию сверху слева като. Белый же забрал какой-то центр, усилился, продолжает усиливаться. Вот и игра так более мирно размеренно, более-менее мирно и размеренно идет. Весьма ровно, все, черный, ну, не, незначительно впереди. Но это только начало. Соответственно, та самая борьба. Наконец-то. Угу. Кого сильно больших? Ну, наверное. Нету, да, белый сейчас э, справа собирает душечку, вот. но на самом деле я бы не сказал, что это как-то катастрофично. Но что угол сейчас все равно выживет, и в этом вся проблема. Мне кажется, чую явно переснил возможность атаки этого угла и сейчас получит не самую приятную позицию. Соответственно, справа всю территорию собрали, территория белых пропала, вся позиция ослабла, можно тут э, да все что угодно делать, да? Как угодно там, гнобить белых в этой области. Особо ничего хорошего не будет для них. Вот. Но дальше чую вкину. Вот. Ну, то есть пытается э, построить здесь магари симоку. Как вы знаете, магари симоку, мертвая четверка она по японским правилам мертва. Ну, то есть, если тут сейчас порезать. Конечно, хорошо, если бы это жило, но проблема в том, что это не живет. Это магари симоку, мертвая четверка в углу и черный здесь просто просто погибнет. Поэтому вынужден Като бежать наружу. Угу. Вот, и Чою пытается убить убийцу. Да? Пытается он антиубийца. И это на самом деле не особо хорошо. Э -э в целом, он должен был стараться, не знаю, даже не трогать это, Просто взять, отрезать. Ну и как-то тут вот очки получать. Черный выживает в гота. Вот так вот. Это, конечно, замечательно. Но еще и это сэнт. Это пока, наверное, не стоит делать. Но в любом случае, просто оставить вот такую позицию. Да, играйся, там дальше в йос. Ну, немножечко отстаешь. Ну, нормально. Он же попытался убить убийцу. Давайте посмотрим, что у него из этого получилось. Сейчас нарезать нельзя, потому что тут самого порежут. Надо защищаться. Черный защищается. Ну, это сенты, значит, там справа появится возможность построить глазик. Тоже эту угрозу построить глазик, поэтому приходится делать такие безумные ходы. Ну, если так, то это уже борьба, и она очень, как рискованная еще из-за белых, стоит, что тут угроз, как бы, у вас маленькая тележка. Это немножко рискованно. То есть каждый из этих ходов в черном был куб угрозой. Поэтому не хочет здесь ко, борьбы. Вот, но Проблема в том, что даже после того, как э, белый отрезал, он отрезал всего лишь на кубарьбе. вот наша кубарьба. Э, проблема в чем? Потому что черному эта кобарьба годится. Белый должен защититься сверху, иначе слишком много дефектов, да? То есть, типа. Вот так вот. Что-то типа такого. Ну, в -то, тут э, страшновастенька. Поэтому что. Поэтому приходится защищаться. Но ну вот борьба на эту четверку началась. И произошел размен. Да. Забрал белый верхнюю правую группу. Но отдал центральные камни снизу. Ну, сейчас он их начнет э, пытаться реанимировать. Но куда ты с подводной лодки? Против убийцы. Такой Ката говорит, это ты меня пытаешься убить. Сейчас тебе покажу, как нужно убивать. И, не странно то, что играл э, такой оппонент помоложе. Ката тут как бы, просто жестил, как по мне. Ну, соответственно, не, нельзя здесь э, адекватно порезать. По факту, потому что как бы уже гетто, да, а, типа сюда, 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 а, Тари, это же Сента, дальше сюда. Это, конечно, все хорошо, но, к сожалению, черный здесь погибает. Вот, ну, поэтому да, не скринуть, получилось э, убить. Эх, но вопрос в том, постарался ли он? Возможно, даже нет. А почему? Да потому что он соединился, отнял всю территорию. Здесь, живет, здесь в ультимативнейшем гот и белый. А черный спасает свои камешки. И после хане черный соединился. Угол мертв, мертвы. Все вот это. Не знаю, что справа тоже бы мы ко. Все вот это принадлежит черным. А что есть у белых? Одна мертвая группа. А больше очков вообще на доске нет. Потому ну, что тут, ну, 12 очков, 15, в общем, с очковыми. какие-то крохи по второй линии. То есть у белых так-то, ну, 55, ну, 60 очков на всей доске. У черных под 80. Потому что гигантский угол сторона, сторонище, углище, сторонище и противище. В общем-то, 20 очков преимущества здесь, на стороне Ката Масао присутствует. Вот, так что не пытайтесь убить убиватора. Это как совет, как играть с Игорем Немлием. Не, не, лезьте в драку. Вот как надо было играть с Катом Асао. Не лезьте в убийство. Вот вышло как-то так забавно. Соответственно, матч на самом деле в итоговом, по итогу результату, по итогам всех матчей выиграл Чою, по-моему, со счетом 3-2 вроде. Вот. Но тем не менее, первую партию забрал себе Катом Асао. Несмотря на то, что он опять же был 56 лет. Просто у него сидел молодой и, и такой прям Дровитый 23-летний Тайванец, в японец. Но он показал мощь. А на этом по этой партии у меня все. Спасибо.